Добрый день, дорогие друзья и гости этого замечательного YouTube-канала, который ведет Юлия Руфлорида. С вами сегодня снова Надя Эггерс, я риэлтор в Центральной Флориде, город Орландо и его пригороды. Сегодня мы находимся в новой части Metropolitan Area Орландо. Этот город называется Овидо. Овидо находится приблизительно в 13 милях от даунтаун Орландо на северо-восток. Так как мы получили несколько запросов, судя по последним видео, несколько запросов показать дома в городе Овидо, вот мы исполняем вашу просьбу. Сегодня мы вам попытаемся показать два или три дома, если получится три, ну, в принципе, два. Сейчас мы пройдем в один из домов, который я хотела, очень бы хотела вам сделать тур по этому дому. Он достаточно большой, 5 спален, 4,5 ванной. Вид на озеро сзади, heated area, размер дома. Под кондиционером. 2900, да, под кондиционером. 2904 квадратных feet, что есть 270 квадратных метров. Что интересно об этом комьюнити, и в этом доме $304 всего annual association fee, HOA. $304 в год. То есть даже не в месяц, то есть совершенно копейки. Приблизительно $25 в месяц. Значит, дом был построен в 2013 году. Честно говоря, Овидо – это достаточно старый исторический район. Истоки этого города еще идут 1865 год. Это всегда считался такой более сельский район, но где-то с конца прошлого века, ну, 1980-х годов здесь стали застраиваться именно дома под жизнь для семей. Школы здесь отличные все, причем как очень важно, для high school, важно, да, это, high school, да, даже очень хорошего рейтинга. В районе Орландо не так очень много хорошего рейтинга high school. Вот в Овидо как раз-таки одна из них. То есть все три школы здесь отличные. И даже этот город иногда входит в рейтинги одних из самых лучших городов для жизни семей с детьми в United States, да, США. Ну, я, по крайней мере, это читала. Узнать, самое, да, интересное, что со времен фермерства, раньше люди селились, когда город только возводил свои истоки, селились вокруг города Джессоп, который находится не так далеко от того места, где мы сейчас стоим, и до сих пор говорят, что куча диких куриц бегает по городу с того момента. Ну, давайте мы теперь пройдем, хватит о городе, давайте пройдем и посмотрим интересный дом. Да, давайте пройдем, посмотрим. Гараж на две машины. Отлично. Здесь немножко кустики такие. Кустики надо обрезать. Да, красивые. Но зато смотрите, как цветут, ага, красиво. Классно. Так, проходите. О, тут у нас, смотри, есть место, да, что-то поставить. Например, лавочку, да, сидеть, да, в тенечке. Угу. Так, далее проходим. Что мы видим? О, в начале гостевой туалет, да, половинка. Очень удобно. Всегда очень удобно гостям. Проходите, гости дорогие. Обратите внимание, что полы – это дерево. Хорошие полы, честно говоря. Это не ламинат, это хорошее дерево. Дерево, представляете, да. Это не винил, не ламинат. Также у них по всему дому называется plantation shutters. Это как ставни, да? Не совсем жалюзи, то есть качество выше, чем жалюзи. Да. Это встроенные вот такие вот. Встроенные ставни, скорее всего. Да, 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 точно. В переводе. Так, что у нас? Давайте это? Не пройдем мимо. Посмотри, какая отличная комнатка, кладовая. Тоже такая Нарния немножечко, ага, да? Вот сюда точно пылесос можно поставить. Не, на самом деле удобно для одежды, я бы сделала. Да, мне вообще вот понравится. Да, много для чего. Для... Много чего, да, можно, да, сюда, да, полезного спрятать. Угу.
Вот этот интересный уголок, я так не понимаю. Тоже что уголок, здесь слушай, можно... для винной, да? Можно, ну, теоретически, да, такое место. Это на второй этаж. Хороший домик. Да? Вид, да. Вау! Там озеро. Да? Классный. Настоящая природа. Классный. Да, да. Давайте а Вида вообще посмотрим. Знаменита своими природными озерами. Угу. Посмотри, оно такое дикое. Да, классно. Ну, давайте это напоследок хорошо, оставим. Да, это у нас будет посмотрим на кухонку. Немножко как-то... темновато, к сожалению, ну, благодаря твоей камере. Да, солнце, солнце просто сейчас облака и солнце... С другой стороны, да. Да, с другой стороны. Ну, ничего страшного, ну... не, нормально, видно. Кухонка прикольная такая тоже, ну-ка посмотрим, что это у нас такое. Это такой камешек, то есть это не пластик, это камешек, и его сюда как плиточку кирпичики вклеили, да. Это гранит настоящий, что тоже хорошо. Черный. Да. Деревянные фасады, что тоже замечательно. Всегда можно в какой-нибудь цвет перекрасить без проблем. Ну, многим, кстати, такой нравится именно такой, да, цвет. Он не бесит. Кстати, вот этот говоря, цвет нормальный. Он, да, да, хороший. В принципе, нормальный всегда цвет. И причем, посмотри, здесь я обратила внимание, что есть даже... Каемочка такая. Каемочка, да. Да. Угу. У нас ну, как бы называется это глейзинг, как глазировка, да-да-да, что ли, да-да-да, фасадов. А мы сказали про дом, когда он был построен? В 13-м году, да, я озвучила. Ну, конечно, спрашиваю, мало ли кто тоже пропустил. Да, потому что я могла пропустить. Я не сказала самое главное. Цена дома 550 тысяч. А, 550, ну... Да, но он большой. Слушайте, почти 3000... так это подходит для conventional loan. Подходит, конечно, да. Классно. Сегодня, да, сегодня... Не надо джамбо-лон даже просить. Не нужно, я попозже скажу по кредитам. Смотри. Да, пентри тут есть. Да, здесь вот кладовочка для круп. Обязательно. Отличная для крупы, для муки. Ты знаешь, вот техника в хорошем состоянии, очень чистая. Такое впечатление, что она новая. Да, но черный цвет просто это уже немножко прошлый век. Да, да. Но зато, что он двойной. Но здесь такое решение сделали. Смотри, здесь везде. Он действительно новый. Видимо, они просто уже под остальную бытовую технику решили. Боже мой. Это все черное. Да, уже решили. Не закрыть. Уже решили, видимо... Все черное сделать, да, все, видишь? Все сделать это черное. Топ черный, угу. Решили технику тоже сделать черный. Ну, такое вот решение. Вот плита здесь встроенная. Плита встроенная. Вот здесь отдельно микроволновка, да, и печка. И также вот она, вытяжка. А мы идем дальше. Можешь пройти. Посмотри, какая большая постирочная. Да, постирочная большая. Здесь можно что хочешь... постирать, развесить. Даже смотри, приведенные трубы можно поставить, да, раковину. Раковину можно поставить. Очень здорово. Это очень удобно. И гараж, гараж на две машины. Давайте внутрь пройдем. Было открыто, я закрыла. Ку-ку. Так, темно. Да, я включу, где тут. Ну, ты знаешь. Свет. Ура, свет. Гараж, как гараж. Гараж, ну, чистенький, нормальный гаражик такой. Вот водонагреватель. Вот так вот в баки, баки выносят, каждую неделю выкидывают мусор. Каждую неделю же, да? Раз в неделю. Раз в неделю выносят мусор. Это от каунти зависит и от ассоциации. Где-то два раза в неделю, где-то раз в неделю. Так. Это у нас называется гостиная, да? Ты знаешь, вот здесь вот видишь, люстра висит, здесь... Столовая? А, столовая, точно, точно. Это а вот там уже гостиная. Оставили. Все правильно. Да-да-да. Все верно. И вот он, телевизор здесь. Смотри, должен какое висеть. Изящное решение. Очень... Что это такое? Это дверка для кошечки. Обалдеть. Представляете? Это же надо еще кота выдрессировать. Это же надо... Для кошечки. Очень креативно. А как это здесь? Они в стене пробили, ну, сделали друг. На самом деле это, на самом деле это здорово, если у кого-то будут животные, ну, коты. Собака туда не... Мои коты сюда не пролезут. Не все коты. Но с другой стороны, вот это заделать будет легче, чем когда вырезают в дверях. Двери уже тогда нужно менять, а здесь, ну, реально, как бы ничего не стоит. Картину навесил. Розетку сделали. Да. Так, что у нас дальше? Опашка по привычке такая раз и в розетку.
вернулась. Проходи, пожалуйста. Там хозяйская, мастер-бедрум, хозяйская спальня. Даже есть мебель немножечко. Совсем немножечко. Но это точно не стейджинг. Это... Да, это видно, что хозяйская мебель вот просто осталась. Да. Может, они ее даже они забирать не хотят. Они, скорее всего, вывезут, естественно. А, да? Ну, ладно. Ты знаешь, животными вообще не пахнет. Очень как бы хороший, ну, нет, да, хороший запах, ну, свежий, ухоженный. Да. Да. Да? Ну что, идемте, смотрим. Так, хозяйская ванная, две раковины. Потому что она огромная просто. Туалет. В общем, что здесь спокойно кладовочка можно... какая-то, что ли, может быть? Ты знаешь, быть? Здесь вообще спокойно можно еще и ванную поставить. Угу. Сделать потому что перепланировку, вот эту стену убрать и сделать, как бы, угу, полностью закрыть, угу, эту стену, поставить ванную и... Если она нужна. Ну, как минимум, вот душевая есть. Угу. Тоже такие ставинки здесь. Пришел, закрыл, и все хорошо. Поехали дальше. Кстати, комната большая, посмотрите, да? Ну, такая... Хорошая. Большая комната. Хорошая. Даже диван вместе. С учетом, что здесь стоит диван, и это кровать king size, знаешь, здесь очень много места. Очень красивый вид из окна. Да? Сейчас посмотрим. Юля не знает, куда идти. Да, я разрываюсь. Вау, здесь тоже, смотрите, как много места. Ух ты. Да, неожиданно. Я даже не заглянула, да. Угу. То есть вот идешь. Да, здесь хорошую можно гардеробную, да, отстроить. Хорошая гардеробная. Ладно, гардеробную показали, ставни открыли, что там? Вид хороший, да? С того окна будет лучше видно. Классно. Здесь кустики нужно подстричь, угу, для вида. Тут что у нас? Вот, пожалуйста, еще вид на озеро. Классно, классно. Слушайте, озеро вообще чудесное. Оно, да, действительно, оно не искусственное, оно натуральное, прям настоящее. Шикарное. С деревцами смотрится супер. С корнями. Угу. Так, что мы теперь? По первому этажу мы прошли. На второй этаж. Можем подняться на второй. Так, здесь тоже перила деревянные. Угу. Это, конечно, не кованое, но, тем не менее, это что-то такое железное. Чугунная. Ну, это заводская кухня. Да, это, естественно, да, не болгарин кузнец. Это стандартная кухня, которую можно купить в строительном магазине. Так, что у нас здесь? О, здесь хорошая бонус-рум есть. Знаешь, что мне понравилось? Я сначала не могла придумать, для чего можно использовать эту комнату. Но посмотри, можно спокойно поставить стол и сделать офис. Да, здесь есть вообще-то окно. Представляешь, в таком... Мне кажется, можно сделать офис, почему нет? Здесь, смотри, секьюрити комната, да, здесь раз, вообще. Разводки есть, интернета, секьюрити, да. Или как называют, тещина комната. Да, можно назвать тещиной комнатой. Мне кажется, теща поместится. Смотри, какая большая бонусная комната. Очень. Классно. Причем она как-то состоит, видишь, из двух отсеков, да? Вот там еще, да. То есть здесь там тоже можно сделать какой-то стадий, рабочий, да, кабинет, какой-то в принципе. Рабочий кабинет, а здесь уже можно, да, диванчик поставить. Телевизор, ну, то повесить. Есть по желанию вообще. Угу. Туда можно стол унести или наоборот туда всякие папки, а здесь, да, работать. Угу. Так, проходим дальше. Что это у нас за комната? Спальня? Ну, здесь детская. Три спальни. Как? Хотите, так и называйте. Хорошо, идем по порядку. Вот одна спальня. Здесь у нас гардеробная есть. Смотри, двери как открываются, закрываются. Угу. Раздвижные, в общем. Так, что у нас здесь? Две раковины. То есть, значит, эта ванная, да, делится между двумя спальнями. А там здесь есть выход, я, честно говоря. Я сама первый, да, раз в этом доме. Так, да, здесь вот, ванная. Там спальня, видишь? Туалет. И вот еще одна спальня. Мы заходим в другую сторону, идем. Еще одна спальня. Да, ну это похоже на две детские спальни. И между ними обычно бывает вот такая вот ванная с двумя раковинами. Душевой, туалетом, все как положено. Так, хорошо. Идем дальше.
И еще одна спальня, да? Получается четвертая. В доме 5 спален. 1, 2, 3, 4. Она и на первом этаже. И пятая на первом, вот мастер. Ага. Так, вот. Тут тоже кровать еще не убрали. Здесь, кстати, тоже, видишь, вид на озеро. Да, здесь тоже. Кстати, в описании вид. Дома написано, что это озеро используется людьми, которые живут в окрестностях. Здесь на каяках плавают. Да. Ну, сейчас мы выйдем, посмотрим. Может, что-то увидим. Каяк. Так, тут тоже такая, посмотри, глубокая достаточно. Глубокие, да, гардеробные. Шкафчик такой хороший. Так, идем дальше. Это еще одна ванная, да, туалет. Вот ванная. Ванная, посмотрите, какая. Все ванны такие большие, акриловые. Даже да, большая. Для гостевых спален. Вместимая раковина. Вот. Так, и еще одна спальня. Вот. На втором этаже это четвертая, мы сейчас уже снимаем. Спаленки хорошие, не маленькие. И тоже красивый вид за окном. Гардеробная. Так, а что у нас здесь? А здесь у нас кондиционер. Центральное кондиционирование. Вот. Панель. Ну все, на втором этаже мы тоже все посмотрели. Теперь сейчас осталось... по цифрам. Да. У нас сегодня, честно говоря, пару еще домов есть по плану, поэтому мы не будем очень долго гулять. Да. По каждому из них я сейчас по цифрам быстро пройду. Я, возможно, какие-то еще упустила. Я начну сначала. Значит, цена дома 550 тысяч. Дом построен в 2013 году. В доме 5 спален, 4,5 ванных. Классно. Налог, я, по-моему, еще и налог даже не говорила, 5 тысяч. Да, налог не говорила. В год. 5 тысяч в год, нормально. А, HOA 304 в год, вообще копейки. Копейки, да. Страховку я взяла, грубо говоря, потому что ты никогда не знаешь, какая будет страховка. Это все будет зависеть, в каком году крыша была поставлена, в каком году кондиционеры и так далее. То есть, грубо говоря, 2500 – это стандартно на каждый дом. Поэтому, рассчитав моргач, кредит, при условии 10% первоначального взноса и если процентная ставка 3,25 плюс-минус, тоже в зависимости от каждого случая, вот, то в случае 10% даунпеймент это будет приблизительно 2150 в месяц, не учитывая налог и страховка. Налог, получается, я разбила на 12 месяцев, это 420 в месяц, и страховка $200 в месяц, ну и $25 HOA. То есть это все можно сложить. Я, честно говоря, эти суммы не сложила. Я сложила, если вы будете платить 20% down payment, то выплата по ипотеке будет 1900 плюс 200 страховка в месяц, плюс 420 налог, 2500. Окей. Да, там 10% я не сложила, сами посчитайте математику. Вот, значит, кому аренда. Я уже в голове сложно считать. Аренда, я посмотрела по всему Авиду, это приблизительно $1 за квадратный фут, за квадратный сквер, за квадратный фит фут. Вот, то есть, да, размер этого дома 2904, то есть, понятно, тогда будет $1 за квадратный фут относительно размера дома. Значит, это будет примерно 2900 в месяц. Тоже зависит, конечно, от многих факторов. Зависит, да. Вот зависит от состояния, от ремонта, вид на озеро, от самого комьюнити, чистое или нечистое. То есть, естественно, то есть $1 – это средняя статистическая цена на аренду в этом городе. Все понятно. Идем посмотрим, что у нас там на озере. Слушай, ты знаешь, я не смогла открыть эту дверь. Я думаю, какой-то волшебный ключик там должен быть. Давайте мы вокруг обойдем. Да, мне самое интересное, я не попала на озеро.
А еще очень. Бы нам как-то здесь не в пустыне провалиться. Очень-очень интересно. Так, что, вот так вот пойдем просто? Ну, давай, давай вот так. Давай, кто первый? А я вот первая. Да, ты первая? Здесь, по-моему, легче пройти. Я иду, иду, иду. Так, вот так у нас тут счетчик электрический расположен. Кошечка гуляет у соседей за экраном. Mm-hmm. Да, кошечка сидит. Привет. Привет, привет. Сам лот небольшой, 0,10 акров. Ну да, кстати. Земли. Он, да. Это небольшой лот, и видно, что как бассейн здесь не поставишь, но, по крайней мере, соседей нет, и такой вид открывается. Хороший, да. Чувствуется, что земли больше, чем она есть. Угу, это правда. И такой запах хороший идет. Так, давайте вот так вот еще пройдемся до конца уже. Соснами пахнет. Ага. Так, здесь получается патио под скрином, да? Угу. Так, плохо видно. Вот так вот, может быть, лучше будет. А, слушай, а если зайти сюда? Ку-ку, ура, мы зашли. Угу. Вот здесь можно поставить гриль, да? Конечно. И гриль, с друзьями стол, тусить. Диванчики. Правильно? Смотри, какое место большое. Я считаю, очень даже приличное. Причем здорово, что здесь потолок. Обрати внимание, иногда такие патио, они там просто сетка тоже. Сетка наверху. Тоже, да, да, то да. Вот, смотри, когда, как у этих. У них, правда, есть и сетка, и немножко. И крыша, немножко. И крышка, ага. Да. Понятно. Хороший домик, мне понравился. Хороший, мне тоже понравился. И вид такой, да, замечательный. Так тихо здесь, спокойно. Вроде бы нигде трассу не слышно. Нормально все. И приличненько. В общем, рекомендуем. Я думаю, он долго не простоит тоже. Скорее всего, когда мы его выставим, он уже будет куплен. Правда, возможно. Мы не знаем, за какую цену. Говори. Дорогие друзья, на этой ноте мы с вами попрощаемся ненадолго. Мы сейчас закрываем эту дверь и едем на другой объект, но это будет другое видео в этом же городе, и об этом попозже. И спасибо огромное Юле за ту возможность, которую она нам предоставляет мне показывать, а вам смотреть. Спасибо огромное Юле, на этом прощаемся. Надя, также всего спасибо хорошего. Большое. Пока. Пока-пока.